Дорогие друзья, мы находимся в медицинском центре курорта Рогашко-Слатина. В гостях у врача этого медицинского центра, госпожи Сюзанны Лазаровой. Она нам сегодня расскажет, что и как лечат на их курорте. Передам ей с удовольствием слова. Добрый день. Как вы сказали, я Сюзанна Лазарова, врач в этом медицинском центре. Мы здесь занимаемся с лечением основно гастроэнтерологических заболеваний, значит, заболевания пищеварительного системы. А это, что имеет очень долгую традицию у нас, это почему мы известны тоже из-за границы, минеральная вода Донат МГ. Это вода лечебная вода. Она отличается с очень высокой минерализацией. У этой воды 13 тысяч миллиграммов сухой субстанции, а только магния 1100. Что значит? Такой стакан от 300 граммов содержит 300 миллиграммов магния, а 300 миллиграммов магния необходимы для ежедневной нормальной работы нашего организма. Еще давно, еще в Древней Греции, в римском часу, были известны источники из этого края. Это источник из лечебной минеральной воды, уникальный в миру. Основные показания для Рогашко-Слатины и приема нашей минеральной воды – это заболевания пищеварительного системы. От заболевания пищеварительного системы основные заболевания желудка, хронические заболевания, как бывает хронический гастрит, независимо, если кислотность в норме, повышенная или пониженная, рефлюксное заболевание пищевода, дальше заболевание печени после лечения гепатита А, Б, С, значит хроническое состояние, хронический гепатит, стеатоз печени, это все показания для приема этой минеральной воды. Дальше хронический холецистит, хроническое воспаление поджелудочной железы. Очень быстрый эффект бывает у нас с лечением этой минеральной воды на кишечнике. Она действует, очищает кишечник и поэтому нам помогает для лечения хронических запоров. Еще эта вода помогает для лечения метаболных заболеваний, как есть сахарный диабет, повышенный холестерин, подагра. Эти исследования наших врачей доказали, что эта вода действует на понижение вредности сахара в крови, холестерина, а для подагры уменьшивается боль в суставах, уменьшивается симптоматика от этого тяжелого заболевания. Еще мы известный центр не только в Словении, но тоже и за границей для реабилитации больных после лечения заболевания пищеварительного системы. Это больше 90% после лечения рака пищеварительного системы. Значит, после операции, радиотерапии, кемотерапии, рака желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. Основное для лечения в нашем центре, конкретно для минеральной воды и бальнеофизикальной процедуры, противопоказания – острые заболевания пищеварительного системы. Значит, если бывает кровотечение из пищеварительного системы или острая язва желудка, вонайсперстной кишки, острый гепатит, острый панкреатит, значит, острые заболевания, противопоказания для лечения в нашем медицинском центре для реабилитации. Основное, с чем мы занимаемся, это, что имеет очень долгую традицию в нашем медицинском центре, это лечение с натуральными лечебными средствами. Основное – Донат. Донат – одна вода в миру по концентрации магния, отличается с очень высокой минерализацией. И еще она наиболее исследованная вода в Европе. Значит, действие этой воды доказано с медицинскими исследованиями. Она верно действует после приема, помогает для уменьшения проблем от хронических заболеваний, но тоже она идеальная и для профилаксии. Потому что высокая концентрация магния этой воды помогает для нормализации магния в нашем организме, а магний необходим для нормальной работы каждой клетки нашего организма. Она лечебная, находится в фармации в группе С лекарства, значит в группе натуральных лечебных средств, и ее поэтому надо правильно пить.
она лечебная, она действует, и ее надо правильно пить. Основная информация на праздный желудок или голодный желудок – 30 минут до питания. А как индивидуально для каждого от наших гостов, рекомендация бывает после осмотра у врача. Но кроме этой воды, мы помогаем и с бально-физикальными процедурами. Могу сказать, что это здесь тоже очень долгая традиция, это лечение с бально-физикальными процедурами. Рогашко-Слатина во времени Югославии была основный центр для бально-терапии. А бально-терапия значит лечение с термоминеральной водой, с грязом, с массажами. Здесь одна термоминеральная вода, она тоже отличается с высокой минерализацией и отлично для лечения заболевания опорно-двигательного системы. Еще у нас грязь, он тоже очень помогает для лечения артрозных с применением суставов. Еще у нас и многие процедуры, массажи, ванны, гимнастика, функциональная гимнастика. Но самые такие процедуры, и они помогают для улучшения самочувствия и для уменьшивания проблем, боли. Это, что бывает, жаль, если хронические заболевания. Но все это тоже помогает и профилактически, когда надо отдохнуть, когда надо удалить стресс. Эти процедуры и эта вода верно действует. После осмотра у врача очень часто необходима и додатная диагностика. Многие наши гости, пациенты дома не сделали диагностику, это необходимо для рекомендаций, как надо дальше жить, как улучшать качество жизни. Значит, обязательно надо очень часто сделать и превентиву, но и диагностику, чтобы мы могли увидеть, какое состояние у наших гостов. У нас можно сделать современную диагностику, у нас аппараты современные, а врачи, могу сказать, отличный, значит, эта диагностика у нас на очень высоком уровне. Основное, чем мы занимаемся, это гастроэнтерология, значит, эндоскопическая диагностика, осмотр желудка, кишечников. Эндоскопический ультразвук – это очень серьезная диагностика для поджелудочной железы. И еще уреодыхательный тест для контроля бактерий Helicobacter pylori в желудку. Еще у нас можно сделать ультразвуковую диагностику живота, груди сосудов, щитовидки, простаты. Можно сделать биопсию простаты, у нас работают и врачи-урологи. Рентген-диагностику. В нашем лаборатории можно сделать приблизно 160 анализов крови, кала и мочи. Но не только это, у нас еще работают и врачи-кардиологи. Они занимаются неинвазивной диагностикой, значит, все, что входит до коронарографии. Еще у нас и врачи-дерматологи, и что это особенно интересно, потому что наши врачи-дерматологи занимаются не только с диагностикой и лечением дерматологических заболеваний, но тоже и они занимаются с процедурами для красоты. Значит, все, что в миру можно сделать для красоты, от ботокса, хиалуронидаза, радиажа, мезотерапии, можно сделать в нашем центре, но под контролем врача-дерматолога. Еще у нас и работают пластический хирург, васкулярный хирург. Для пластического хирурга надо сказать, что кроме этого, что он специалист для хирургии руки, занимается из эстетической хирургии от блефаропластики до лазерной липосукции. И результаты, могу сказать, отличные. Еще у нас работают и врачи-ортопеды, урологи. У нас можно сделать и биопсию простаты для диагностики рака простаты. Еще у нас работает и врач-гинеколог. Надо сказать, что он между редкими в Европе занимается с климаксом, конкретно анти-эйджинг программ под осмотром нашего врача-гинеколога. Значит, можно сделать расширенную диагностику за очень короткий час. У нас и такие короткие чекап-программы. У нас еще и аллергологи, у нас еще и нутриционисты. Значит, комплектно для диагностики, но тоже и для профилаксии.
И еще интересный момент. Все это можно сделать только за 2 дня, и поэтому у нас очень много менеджерских осмотров каждый год. Мы стараемся каждый год, чтобы были у нас новые программы, чтобы улучшали качество нашей работы и чтобы тоже помогали нашим гостям. Последний в этом году мы начали с детокс-программом. Это, вы знаете, очень актуально в миру. Надо очистить себя, улучшать работу своих внутренних органов, понизить холестерин, помогать для похудения. А это у нас проводится за длительным детокс-программом. Он уникальный, проводит наш врач, который тоже занимается акупунктурой. Ну и что еще посебно, донат. Эта программа действует и улучшает эффекты тоже за этой минеральной воды с донатом МГ. Минеральная вода донат МГ – наиболее исследованная вода в Европе. Она действует, когда проходит через пищеварительную систему. Действие бывает после абсорбции минералов. И еще очень интересный момент. Кроме высокой минерализации, эта вода помогает для очищения маленьких камней из почках. Она, несколько раз я сказала, отличается с высокой минерализацией. У этой воды 13 тысяч миллиграммов сухой субстанции. Но почему это интересно? Для минеральной воды, чтобы она была полезная для здоровья, надо быть минимум 1000 миллиграммов сухой субстанции, а в донату 13 тысяч. Только магния у этой воды 1100 миллиграммов в 1 литру, что значит один стакан содержит 300 граммов воды, 300 миллиграммов магния, а это помогает для нормализации магния в нашем организме. Но не только магний у этой воды еще много соединений. Они помогают для нормализации кислотности в желудку. Это натриев гидрогенкарбонат, магниев сульфат или гренка, английская соль, помогает для очищения кишечников. Еще сульфатные ионы, они помогают для улучшения работы желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы. Для магния надо сказать, что это сегодня, мы знаем, необходимый минерал для нормальной работы нашего организма. Действие этой минеральной воды и роль магния наши врачи доказали еще давно. И в 1986 году в Стокгольме был мировой конгресс для магния. И тогда наши врачи доказали, как наша вода действует на повышенный холестерин, повышенное давление, сахар. И еще тоже помогает и для похудения. Для сахарного диабета эта вода помогает для понижения вредности сахара у наших больных на приблизительно 2 единицы. Поэтому что она помогает для нормализации магния в организме, поэтому что магний этой воды очень хорошо усваивается. Кроме высокой минерализации, эта вода имеет отличные действия и для давления. Эту воду можно пить в сутки до 1,5 литра, а это для воды с высокой минерализацией, можно сказать, очень редко. Почему? Потому что этой воды низкая концентрация натриевого хлорида соли, и эта вода не влияет на задерживание жидкости в организме и последовательно повышение давления. Значит, кроме высокой минерализации, вода помогает для нормализации давления на фоне мочегонного действия и на фоне действия магния на сосуды. Еще очень интересный эффект для почки. Еще давно врачи здесь увидели, что эта вода помогает для очищения почки от маленьких камней. Но это было нужно доказать. И поэтому они сделали докторат на эту тему и доказали, что эта вода кислая и помогает для повышения pH мочи в почках. А когда бывает повышение pH мочи в почках, это помогает для удаления маленьких камней из почках. Значит, действует кроме высокой минерализации и на почки. Воду надо правильно пить, 30 минут до питания. А если вы дома эту воду пьете, надо каждый раз опустить газ из бутылки. А здесь, по рекомендации врача, 30 минут до питания надо вылить теплую. Обыкновенно утром, 30 минут до завтрака, и ее надо быстро выпить. И действует. Через 30 минут
надо посмотреть, где первый туалет. Для здоровья!